Тайна клипа Пабло. Что же это может быть? На днях стало известно, что следователи снова проверяют творчество рэпера на пропаганду наркотиков. Поводом стал клип на песню «Пабло». Он собрал более 33 миллионов просмотров на Ютубе. Главный герой привозит мексиканским бандитам пластинку. Ее достают из пакета с белым порошком. Мука. Сейчас этот... Я этот клип даже не смотрел. Хотя вот здесь прикольно сделано. Не то, где там этот пепел летал по городу как в какой-то этой игре. То все шляпа. Вот в таком стиле нормально сделано, кстати, качественно снято. Пересекает американо-мексиканскую границу. В штате Нью-Мексико. Эй, амиго, это лучший товар, который мы пробовали. Нам нужно еще. Кайф бургер. Реклама кайф бургера еще одна. Тайна клипа Пабло. В чем тут тайна была? То, что мука была вместо кокса. Конечно же, это мука. Просто Голливуд. Короткое видео, фиг че скажешь. Последний звонок. А, вот и все. Что-то тут. Что он там снимал еще? Что он там исполнял? Ой, привет, родной! Как ты там? Холодно? Тапочки оделите? Кадиллак. Оделили? Ну все, хорошо. Я нормально, вот, отдыхаю. Кокос хуярю, получается. Привет нашим передавай всем. Поршику, Макнаггетсу, Эске. Скажи, увидимся уже очень скоро. Тебе, честно говоря, я звоню прощаться. Прощаться. Все, пришло время отдавать тебя в хорошие руки. Ну, надеюсь, хорошие, да. Надеюсь, твой новый хозяин будет с тобой таким же вежливым и не подписаться на всех, на кого подписан я. А, и все получается. Да, и не важно, сколько лет, не важно, где живешь, в какой точке мира, похую, вообще куда угодно привезем. Такие дела, так что готовься, полируйся, там, мойся, я тебя... Вряд ли ты, конечно, куда-то сюда повезешь. Отдаст своему какому-нибудь подставному. Кадиллак вот тут, да и все. Только что ребенок не поверит в это.